Российская экономика оказалась готова к вызовам нового времени. Пока зарубежные компании приостанавливают работу, отечественные расширяют кадровый состав. Если говорить в цифрах, за 2-3 года на предприятие регионального отделения Союза машиностроителей готовы принять 7 тысяч человек. К промышленному комплексу относится 6 ульяновских концернов, включая «Авиастар СП», завод «Искра». Трудоустроиться можно как на время простоя, так и с дальнейшим включением в штат. В связи с большим объемом работ по импорту независимости, по вводу в строй гражданской авиационной техники, сейчас наблюдается резкий рост работ на авиационных предприятиях Ульяновской области. Поэтому дополнительные руки нам всегда нужны в большом количестве. А именно инженеры-конструкторы, технологи, монтажники, регулировщики. И это только список вакансий, открытых в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Здесь в этом году планируют принять до 400 человек. При этом условия труда не уступают западным. Заработная плата конкурентоспособная, в среднем 50-60 тысяч в месяц. У нас хорошо развит правком, много организуется мероприятий для молодежи, а также поддержку ветеранов предприятия. Также хорошо организовано питание сотрудников и условия на рабочих местах. То есть во всех помещениях установлены кондиционеры, современная техника и многое другое. Усомниться в словах Сергея не позволяет его опыт работы. На предприятии вот уже 10 лет. За это время отмечает лишь плюсы. Один из них – рост объемов производства. За 2021 год реализовано 43% гражданской продукции. Ассортимент растет, а вместе с ним и спрос. Как итог – увеличение прибыли. Кроме того, регулярное повышение квалификации за счет организации. Как отмечает руководство, сейчас в отделении «Союзмаш» ежедневно поступает от 40 новых резюме. Вместе с тем рассматривают кандидаты из других регионов. Им, в свою очередь, будет оказана необходимая помощь с оформлением документов и временным жильем. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.